Или ты к нему лучше встань тогда? Да, вот один человек сюда ко мне будет видно. Давай. Вот сейчас иди. Справа, вот сюда, право смотри. Это уже близко. Блин, наверное, начали картировку давать. Ходи вот, видишь, там же техника вся на высоте, ну что дальше? Ну, получается он. Патрик, ложи. Нормально. На карте пошли. Да. Мы на кольцо. Сейчас снимем просто танки, где стоят, которые на поле. Там и наших парочку есть, честно говоря. Но у нас ребята 300, убитых там не было, успели вытащить. Самое интересное, что, можно сказать, на передовой трое наших танкистов пытались отремонтировать танк прямо на вражеских окопах. То есть они ремонтировали танк, а вокруг них были враги. Они не бросили технику и не убежали. Они пытались ее спасти, чтобы продолжать бой. Это могут только русские. Давай тебя побольше. Русские картировщики сидят, понял? Мы их шугаем. Как-то насчет пуль не знаю, еще нет. А вот так, короче, пошугайте, чтобы они не могли квартировать по нам. Можно. Голова не пугай. Ты на ГС начнет работать. Я там провел, потому что сюда батарея, он лишь палит. Там наша точка идет, не понял? Да. Там, мать, короче, ты духом, ебаный, ты глаза стоят. Ты что дальше получается? Здесь корректировщики подходят очень близко к нам и начинают по нам стрелять. Вот только что по нам стреляли и достаточно близко клали. Поэтому мы просто видели движение в кустах и решили просто их попугать. Я думаю, что мы вряд ли в них попали. Но все равно, я думаю, спугнуть мы точно спугнули. Я думаю, этого, вот то, что мы делаем, этого достаточно, чтобы их испугать. Я сама свой починил. Вверх там тебе хорошо видно все. Ты здесь, да. Ну я на левый план. Иди, да. Зушка. А где это? Увидел там? Выше.